Пост должен быть соединяем с другими добродетелями. Один человек пожелал видеть царя и просил одного из друзей проводить его к царю. Друг согласился, но сказал, что он может проводить его только до половины пути. Тогда человек обратился к другому другу, который согласился довести его до царского дворца. Чтобы исполнить свое желание видеть самого царя, человек обратился к третьему другу. Этот согласился ввести к самому царю. Что же значит притча эта? Первый друг есть пост, который доводит нас до половины спасительного пути. Второй – целомудрие или чистота души, доводящая до небес. Третий друг – послушание, которое вводит нас к самому Богу. Из этого вы видите, что пост должен быть соединяем с другими добродетелями, чтобы им благоугодить Богу. Скитский Патерик.